Сейчас пойдем занимать очередь вот на эту башенку и попробуем снять виды сверху. Вот сам вход сюда, в этот колумб. Вот и поднялись мы на эту башенку, на лифте маленьком совсем, под 3 человека умещается. И вот покажем сейчас вам виды сверху, но здесь, правда, через стекло не так будет качественно видно, как хотелось бы. Ну ладно, что есть, то есть. Через стекло снимаем, стекло здесь не супер-пупер чистое, поэтому что есть, то есть. Лучше чего? Чем ничего, верно? Наверное, я уже по кругу обошел. Кому понравились виды сверху, ставим лайк, подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. И будем дальше гулять по Барселоне. Оставайтесь с нами.